Хотите узнать о свойствах необычных металлов? Как можно сделать кристаллы из галли и правда ли, что циркониевые браслеты полезны для здоровья? Можно ли резать натрий ножом и освещать улицы с помощью Едита Сканди? Все эти интересные опыты с металлами, а также другие интересные эксперименты с необычными веществами, вы найдете в книге «Увлекательная химия металлов и их соединений». В книге собраны самые красочные фотографии химических экспериментов с подробными описаниями и объяснениями, которые будут понятны даже далеким от химии людям. В книге собраны опыты с некоторыми необычными металлами, а также их соединениями. Кроме этого, вы узнаете еще о других веществах и их свойствах. Науку в массы.